Чувствуете ли вы какую-то ненависть к русским со стороны других наций, народов? Ну, из СМИ сейчас постоянно какая-то информация поступает, негативные отзывы, как относятся в Европе, да, и в странах бывшего СНГ негативно. Конечно, на себе конкретно я не ощущаю, но информация поступает. Нет, наверное, нет. Вообще не сталкиваюсь. Нет, не чувствую. Нет. Небольшую, да. Откуда? Больше всего с США и с соцсетей. С соцсетей каких? Инстаграм. Ага. А кто агрессирует? Именно украинские пользователи. Нет. Нет. В соцсетях, да, в жизни нет. Нет. Ну, думаю, да, есть такое, но в самой России я не испытываю такого чувства, потому что тут все сплочено, все дружно. Конечно. Нет. Нет. Не. Не русский самый лучший. Сложно. Наверное, да, но... Да, думаю, да. С какой стороны? Да с любой. Я думаю, везде, в каждой стране человек чувствует ненависть от любого. А люди же все разные. Поэтому... Мы должны любить. Это да, но люди же разные бывают. Так, нет. 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 Нет, почему? Нет. К русским ненависть чувствуете? Да. Очень многие не любят русских почему-то. Может, в чем-то и они и правы. 10%, не знаю, но что-то есть, какая-то причина, что вот именно русских не любят. Может, сильно мудрые, может, сильно хитрые, что-то есть. Да. Как думаете, почему вот не любят? Ну, почему вот, не знаю даже почему, но что-то есть. Русские даже русского не любят. Вот в последнее время заметила, русские даже от русских отворачиваются, никакой помощи, никакого такого, чтобы сердце было, чтобы посоветовать что-то. Ну, не любят русские, многие русских. Нет. Нет. Ну, подождите, я русский. Да, вот со стороны других чувствуете ли вы к русским какую-либо ненависть? Я нахожусь в русском городе Владивостоке. Откуда здесь ненависть у русского? Нет, ну, не здесь, а может быть в соцсетях, просто некоторые говорят, есть в соцсетях какая-то вражда. И я не представлен в соцсетях. Почему?